друзья, всем привет! Вот и начинается сезон на лос. 2024 год. Приехал на бараш, как всегда, на судака. Оказывается, уже вчера ребята ловили лос. Так что тоже сейчас залезем и посмотрим, что будет. Так что всем приятного просмотра. Спасибо. Всем заранее. Только что просто зашел в воду, ребята, и сразу пасон. Что за пасон, посмотрим. Даже не поздоровался, не поговорил. Сразу бросил, и где это? Это лос. Лос. Первый лос 2024 год. Супер. Далос. Esse é forte, hein? Salos, Peter. Да, не ожидал в этом году, честно. Сколько я ловлю лоса, я думал, они зайдут в конце месяца где-то. Неожиданно. Потому что вода холодная очень, да. Вот сразу чувствуется, что ты заходишь в воду, там вода холодная. Но они пришли. Удивительно, все меняется. Петет не лос, петет. Ви? Was geht gut? No, il y a des poissons, mais peut-être ça c'est pas à l'os parce qu'écoute, mais c'est très fort. Non, peut-être c'est pas à l'os, c'est pas la l'os. Même c'est pas au sargent parce que le sargent c'est Malachigan, peut-être Malachigan. Так что. Мой сосед что-то зацепил, не знаю. C'est intéressant comme ça. Quand tu connais pas, c'est quoi là-bas? C'est peut-être Malachigan, oui. Mais... Посмотрим. Интересно всем, интересно всем. Ça c'est au sergent. C'est au sergent, oui. C'est très так. Это сетра, да. Небольшая, но это сетра. Да, а сетру, наверное, скорее всего, за бок он зацепил. Потому что здесь можно ловить любую рыбу, ребята. Так года два назад я за один ночь, наверное, 6 видов рыб там я словил. Так что можно разных рыб. Ну что, пошел дальше. Прикули суи, си, лодку ты, ви, паски. Да, ох, их до донышнеймона. Да, ребята, видите. А сюда. Les fatigués, fatigués, oui. Ah, bien sûr. Non, la gueule, ça va dire camarade. Oh, t'es à cette rare, ça chute ni au pôle, blin.
Вот и пошла, о, маленькая с утра, да. О, браво, ну пахти, 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 пахти. Потому что у нас нельзя, ребята, брать осетру. Если вы словили, сразу в воду. Пока, пока не время. Это уже третий, ребята. Алло. Да, но они очень сильные. Хорошая, хорошая. И прыгает, и трутится. О. О. Сейчас отпустим ее быстренько, потому что нам пока не нужна она. Сейчас отпустим, подожди. Подожди. Вот ты даешь. Так, отпускаю, наверное, ее, чтобы она быстренько пошла на свободу. Да. Вот и все. Пошла, 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 пошла. Алло. Алло. Окей, алло. Вот видите, ребята, я вообще не ожидал в этом году. Думал, что в конце мая зайдут. Оказывается, они уже 2 дня, так по чуть-чуть, но не так самое. Только мальчики, видно, что мальчики зашли вначале. А я приехал, чтобы судаков наловить. Так что планы поменялись, и начал уже тоже. Я... У меня 3 алоса было, вот ребята тоже по чуть-чуть насловил, ребята, записываю. Видик, видик, начало. С парнем разговаривал, он вчера был, тоже вот по чуть-чуть ловили. Не. Илья Лаос, алло, сви. Так что снимаем, чтобы видик был отчет. Кто любит ловить алоса? Выставлю, ребята, но еще рано, еще рано. Вот одни мальчики, они такие маленькие, вот видите, алос, да, словил. Наверное, видно. Ну что там, кого поймали опять? О, ушла. Ушла, да, сход. Так, ребята, вот записываю джиги. Это для тех, кто там первый раз хочет приехать сюда и рыбачить. Эти джиги, вот как видите, с ними можно ловить селедку. Французы называют алос, а американцы American Shad. Они продаются, вот прямо вы сюда приезжаете, там увидите, там мужик там дальше стоит и продается. Так что без вопросов. Удочка у меня очень легенькая, дайвовский, катушка у меня 2500, леска. На 6 левел юзури. Ну вот и все, ребята.
Рыба потихонечку зашла, ребята, мы с ребятами разговаривал. Вчера они ловили тоже там штук 10, там, наверное, или 15 на весь на вечер. Короче, потихоньку, потихоньку, мне кажется, на следующей неделе, скорее всего, уже начнется там. Потому что вот сейчас начинает потеплеть, вода очень холодная еще. Так что у меня там две рыбки, которые там сразу попались, и сразу сход был, одно там почти достал, а четвертое там достал и отпустил. Так что вот, маленький отчет всем, ребята, любителям алоса. Так что до скорого.